Друзья, всем большой привет от молодых алмазик? Волков Тайгана. Вот. Так. Елена Желябова вот, пришла молодец. Со вкусняшками. Так. Рыбка. Пират, молодец, рыбка давай. Идет на ура. Алмазик, в прошлый раз мы с вами смотрели, как волчица Ева, их мама, угощалась с большим удовольствием. И теперь вот ее детки. Алмаз огромный. Волк молодой уже вымахал. Посмотрите, какой. Ага, там вот у них. Сейчас будет тихо. Ужин. Киперы готовят, и все. Они рыбка сразу своим вкуснее, волчьим чутьем великолепным алмазик. Поняли, ну, что в домике кипер, и иди переориентировали сюда, свое иди, внимание иди туда. Но там, как там, Елена правильно иди. Сказала, рыбкой их что, не угостят. Там мясо и другая. Еда, но вот такой вкусной рыбки вряд ли им принесут киперы, поэтому они хотят успеть и туда, и сюда. Но туда больше, потому что там большие куски мяса. Вот. Действительно чувствуется, особенно в алмазе, такая порода канадского волка. Он хоть и метис, потому что мы помним, что волчок Джон серый был, а мама чистая канадская черная волчица. Так, и вот рядом их сосед Мишка блондинчик, который рыбку просто обожает. И чтобы получить максимум удовольствия, решил отойти в стороночку и там покушать не спеша. Сразу видно, что не голодный. Был бы голодный, так проглотил бы одним махом эти несколько рыбок. А так он отошел и продлевает себе удовольствие, не спеша смакуя эту очень вкусную рыбку. Ага, тут вот еще один любитель рыбки, вернее любительница. Кошечка подошла и уже в сумках Елены Желябовой хозяйничает. Вот так вот скажет, а что, я здесь в парке львов хозяйка, могу хозяйничать. Вот гималайские мишки тоже покушали апельсинчики. Ой, а теперь с удовольствием рыбку. Рыбкой можно угоститься. Зима как-никак. И лишними калории не будут. Тем более такие вкусные. А в рыбе еще и фосфора много, что необходимо. Друзья, огромное спасибо за видео Елене Желябовой. Вам за ваши лайки, комментарии. Пока-пока.